По поручению Нурсултана Назарбаева руководитель администрации президента Асет Исекешев представил коллективу Министерства иностранных дел нового главу внешнеполитического ведомства. В ходе встречи с активом Асет Исекешев озвучил задачи, которые ставит перед ведомством президент. В частности, была отмечена необходимость продолжения работы по продвижению реализации наших инициатив в сфере обеспечения безопасности и стабильности в глобальном масштабе, укрепление всестороннего сотрудничества с ближайшими соседями Казахстана и в рамках интеграционных объединений. Особо было подчеркнуто важность экономизации внешней политики страны. Эта задача должна стать приоритетом деятельности внешнеполитического ведомства. В связи с этим глава государства принял решение назначить министром иностранных дел Бейбута Атамкулова, поскольку он имеет соответствующий опыт. В структуру ведомства также вошли Комитет по инвестициям и национальная компания «Казахинвест». В завершение Асет Исекешев еще раз подчеркнул особую важность эффективной реализации поставленных задач. Я глубоко благодарен нашему президенту за ту неизменную поддержку, которую он оказывал и оказывает внешнеполитической службе и мне лично. Сегодня новое государство поставило новые задачи по экономизации внешней политики, по эффективному привлечению инвестиций и реализации больших масштабных новых задач в стране. На этом посту я приложу все усилия вместе с вами четко, системно выполнить те задачи, которые поставили в первую очередь главу государства, и внести определенную лепту в экономическое развитие нашей страны. Также указом главы государства Аскар Жумагалиев назначен заместителем премьер-министра, министром обороны и аэрокосмической промышленности. С августа 2017 года он занимал должность заместителя премьер-министра. Женис Касымбек возглавил Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Он освобожден от должности министра по инвестициям и развитию.